Комментарий без лайка попадет в следующее видео. Подпишись на Феры и не будь жопой коня. Потому что я обязательно приду на следующий стрим. Угадай, кто в город пришел. Тот самый! Мистер, посмотри, на что мой лук способен! На что? 24 уровень! Что говоришь, жулик плей? Какой-какой? Какой-какой, я не услышал! Какой-какой? Да. Я должен попасть. Давай, кто первый? Давай. Только с расстояния! Где он? Вон. Его крипер сейчас бахнет. Да ядри! Попал. Нет, это месть Херейда. Жулик Плей в начале стрима просто к нему подошел Херейд. Знаешь, на что мой лук способен? И просто Херейда вот так вот сделал. Давай вот ты не надо! Я с вами дружить не буду. Что сказал? Да не так же! Я старался, выживал. Не тут! Да чё вы лезете? Я попадаю по кому угодно, кроме жигулятора просто. Боже мой. Что ты ржёшь? Я целился в жулика. Я так и поняла. Так, Наташенька, иди сюда, подарок для тебя. Натах! Где Натаха? Ей этот подарок не нужен, можно мне. А, ну ладно, иди сюда. Мне подарок. Тебе нет, сосиска! Отдай мне вещи! Ой, сейчас покажу. Ой, спокойно! Сейчас по Херейду попал. ЖГП, не подходи! Он сам начал целиться в Херейда из лука. А это пеминас пшеницы. Кого? Откуда он вылупляется? А вот там, он под твоей будущей кафешкой живет. Не надо! Глянь! Где? А-а-а! У тебя лава, есть лава? Все, вот так. Что? У тебя есть лава? Подожди. Все, чтобы он не выжил. Нет, у меня нет лавы. Как он там орет? Отойди. Отойди, сейчас. Через стенку, видал? Как ты так сильно? Ну я выстрелил, и ты четко блок в эту секунду поставил. Просто крот как живет. Ладно, все, в чате пишут, что жулика плея уже жалко. Я из-за него! Да! Уровней потерял! Что? Держи, тебе вот это. По тебе это стреляет! Самое, можно мне прям минуток 10, и это после этого все идете в Кленовый городок, хорошо? Да. В смысле, по мне жулик плей стрелял? Да. То есть вот видите, да? Вот сами видите! Он по мне со спины стрелял. Ты его догнал в итоге? Да он свалил. Ладно. Вон туда куда-то. Ну и ладно, вернется. Фига себе, тут отстреляли просто. Так это я. Так, хорошо. Как думаете, я смогу жулика плея догнать? А вот он где. Слушай, ты видел, где он вышел? Да, он здесь где-то. Вот четко здесь? Да, примерно тут. Вставай молот свой, который копает 9 на 9 и копай пусть. А сегодня исполнилось 16. Кстати! Отойди, сурдо. Люблю твое творчество. Подожди, вот жулик плей очумеет нафиг, когда зайдет обратно. Вот он очумеет, когда в бездну нафиг упадет. Эдуард! Подожди, сейчас вылезу. Только жулику плею западню сделаю, подожди. Скажите, чтобы он заходил, А как ему сказать? Сейчас ну я не знаю, напиши жулик плей, мы больше издеваться не будем, заходи. Ну мы же реально... Надо еще больше. Да. Давай, ты слева, я справа. Давай. А в той шмотке, там урон получаешь от падения, да. Будет обидно, если он не в том месте заспавнится. Но я помню то, что он примерно там вышел. А теперь представь, что кто-то будет бежать и забудет про эту дырку. Из тех, кто не знает, мимо. И улетит просто в бездну куда-то. 17-я высота. Ребята, у вас нормально все? Да напишите жулику плею, что все, мы больше не будем. Я сказал Саше, чтобы она жигулятор звонила. Не отвечает. Да все, мне кажется, все, здесь уже нормально. Он сейчас упадет здесь, да? Ну я надеюсь, что мы угадали место. Ты видишь их броню, Эд? У нас обычная броня, что-то. Какую броню? Посмотри на этих двоих. Самая обычная броня, Эдуард. Да.
Откуда? Знаешь, что он мне написал? Что, что? Я больше играть не буду. А, напиши окей, тогда мы сейчас загриферим твой дом. А, и вы поделились, да? 50% одному, 50% другому. Да, два брата акробата чисто самые стилевые в этом сервере. Были бомжами, стали королями. Поднялись просто, да? Level 100. Поднялись, мужики, это вот... Это с раздюпанных шмоток, да, которые у Ярика были, да? Да, да. Молодцы, знаешь, молодцы. Это вообще прикол. Мы, еще, типа... мы сложный путь сделали, мы шли, искали 100 лет, как артефакт древний. Мы откопали, аккуратно, своими ручками его выкопали, и щеточками молодец, промыли, молодец. Нашли эту броню, поделили пополам, 50 на 50, только мне. А кто 51. Из вас тентаклю оставил себе? Да, тентакля у кого? Он. Да. О, не знаю. То есть у него и тентакля, и меч? Да. А у тебя один. Просто этот бомжатский молот? Да. Тебе не кажется, у тебя где-то вот это немножко? Бишка, брат, бишка. Чисто 30 секунд назад сказал мой брат, я поровну. Бишка, брат. И передавай привет, экзамен. Да, точно такой же молот? Да. А можно посмотреть, ну типа, сравнить их? Видишь, у меня такой же, дай. Не давай, скинь. Не, смысл тебя кидать, у меня есть, такой же, в любом случае. Не, не слушай его, он тебя подводит, он обманывает. Да, он вынимает и хочет своровать. Да, да, есть такой. Что произошло? Вот теперь честно, у тебя тентакли, у него меч. Ну, what the fuck? Рюкзак забери свой, Экзанил. О, жулик Плей зашел. Да ядрен батон, нет, он не там зашел. О, вот он. Походу он просто долго... Значит, я не прогадал, в каком месте он заспавнился. Слушай, он упал? Ну, это был гениальный план, скажи. Идеально, гениально. Я больше никогда не зайду. Он всегда так говорит. Господи, знали бы вы жулика Плея, который по 20 раз уходит кушать и через 5 секунд возвращается в Дискорд, начинает полчаса рассказывать, а я пошел кушать, и через 5 секунд возвращается. Это жулик Плей. Но план гениальный. Но ему надо было сначала шмотки забрать, а потом уже говорить то, что он никогда не вернется. Главное, он Миша. Просто может убивать Херейда, когда вот ему мстят, то тогда нет. Там шахта! Там не будет так, я думал, там прям почти такие же данжи, просто мобы разные. То есть там шахта. Там что-то только что бомбануло где-то здесь, да? Это у меня чуть-чуть попа взорвалась. Понятно. Марти, сиди здесь, охрани. Ханати. Слушай, я не по нему целился, я тебя прикинул, честно. Ханати тебе. Ханати! Барсук! Я же говорил, прошло 2 минуты. 2 минуты! Зашел на сервер и побежал. Я предлагаю улучшить идею с Данила. Так, 5 минут. Он свалился благодаря Миришке. Погоди, стой. Да все, хватит, пускай идет броньку добывает. Все, хватит. Все, уже не надо его убивать. Пускай идет, добывает. Я-то что сделал? Да я... Ярик, тут дом ЖКП. Пойдем покажи. Да хватит, ну! Я-то что сделал? Ярик. Все. Да все, Херейд, все. Да я-то, да, на F5 вижу, как ты целишься. Стой. Эдуард. Ты где? Ты видел дом жулика Плея? Пойдем. Смотри, вот он. О,
Господи, Жулик Флэш, Жулик Флэш, да? Да ладно. Полгода мы играем, и это полгода, все, что он построил. Да. Это дом Жулика Флэша за полгода существования этого сервера. Слушай, я тебе открою тайну, у него была хата, но ее снесли ради твоей кафешки. Нет, это получается не была хата. Потому что это снесли сразу в самом начале, как мы сюда переехали в эту деревню. Так, 2 минуты, что-то вот это поохраняйте, я в туалет сбегаю и приду. Ох. Как тентакли пользоваться, я не понимаю. Нажми на Q. Нажми на Q. Да, и там минус. Да, на Q нажимай. А. Нет, а, не, тентакли в руки взять. Так, сейчас. О! Просто помогли боссу мафии, Аша, и нас апгрейдили на 100 левел. Сейчас я помогу. Да, мы нашли машину, мы были левел 1 бомжи, шли по дороге вдвоем, нашли, как проезжает этот... Мафия-босс. Мафия-босс, Феррари, мы такие сели к нему, и сразу, пау, левел 100, и теперь вот такие. Спой песню, чипи-чипи-чапа-чапа-бум-бум-бум. А все, не тот уровень, брат, больше не мой уровень, понимаешь? Я теперь ЧСВ-миллиардер. Нормально там. Все понятно, поднялся. Поднял бабла. Поднял бабла, стали броня с тобой. О, не так ли? Все, ладно. У меня попросили. Верните тентакль. Не возвращай. Он зазвездился, ему не давай. Да, я слышал, он говорит, я миллиардер, зазвездился. Слушай, знаешь, что я подумал? По факту это не честно добытые шмотки, правильно? Это честно добытые шмотки. Да. Эдом запатентовано, верни. Смотри. Ярик, сюда. Ярик, сюда. Сюда подойди. Да. Давай. Нет! Всё, давай. Я буду скидывать. Можно мне какие-то давай, вещи? поджигай. Я выгляжу как босс. Нет! Смотри, у него крюка нет! У него крюка нет, пойдем поднимемся куда-нибудь. Да, куда-нибудь, да, давай. Ну, вот, камень! Мужики! Они реально сожгут, что ли? Да, мы сожгли! Да, все. Кого? Калабанга! Они отобрали у меня тентакловку и сожгли. Так что, ты реально сожгли? Ты говорил, ты миллиардер, типа это уже не мой уровень. Я не хочу с вами вы общаться. Уже не мой уровень, вот так сказал. Ты сказал то, что мы... Чапа-чапа, я так не говорил. Я не говорил. Ты сказал, что мы не твой уровень. Он на нас на всех посмотрел. Я говорил на вас. Бэтмен! Это много. Че, реально сожгли? Теперь убишки. И вот это. Верни обратно! У них легко дружба ломается, да? Одна шмотка на двоих. Не было шмотки, не было проблем. Я предлагаю, короче, вот весь этот Ярика у них забрать и сжечь. И сжечь, да, потому что все сразу ссориться начали. Да, давайте, короче, так и сделаем. А когда были в яме, говорили, братья, просто братья. Да нет! Все, пойдемте в Кленовый городок, там Натаха нас ждет. В честь того, что мы совершили такое приключение, такое большое, я считаю, что это нужно отметить большим пиром. Возьмите каждый себе по мисочке, чтобы кушать. Ашанчик, мистер Домер, Ярик, ты взял мисочку? Так, это торт из мира, где мы были, да? Да. Тут его кто-то уже поел, но в целом... А как его покушать? Просто правой кнопкой мыши, если у тебя голды. Понял. Так, ну еще бы проголодаться. Кто тост скажет? Ну что, ребята? Так, говори. Что самое главное в жизни? Встали, стоя. Да, стоим. Что главное? Не какие-то дешевые побрякушки, вот эти вот шмотки, да? Главное, не какие-то, это душа. Не какие-то вот дюпнутые вещи, за которых вы потом ссоритесь со своими друзьями, да? Главное, это семья. Это семья, да. Да. И вот все, кто здесь находится, это семья. Как хорошо, что здесь нет Жулика Плея. Да, как хорошо, что его тут. Только что вышел, какой кайф. Поэтому... Жулик Плея все-таки тоже наша семья. Как говорится, в семье не без Жулика Плея. Часть семьи, но там такая. Когда этой семьи нет дома, тогда лучше и спокойнее живется. Он приемный.
Ну, не, это тихо, это секрет. Экзонит. Не говори ему, Сашка. Ты все еще все карты раскрыл. Поэтому да выпьем же мы с вами бутылочку апельсинового сока. Не будем себя накручивать. Не будем себя накручивать по жизни. И приятного всем аппетита. Так, вся курочка моя. Не будем терять голову. Кости тебе оставил только. Не будем терять голову из-за опасностей, которые нас ожидают. Впереди. Когда мы были в тупике, суши очень вкусные, их можно брать, они очень вкусные. О, когда мы были в тупике, был тупик. Теперь мы выбрались оттуда. Так, это хорошо. Так, что здесь у нас? Здесь у нас. Дайте я вот это. О, вот это, тарелка по суши. Уф, пирог. А вот это почему? Ты бы видел, как... Это только если ты голодный, но кусочками кушаешь. Да, понял. А почему это дырявое? Ты бы видел, как я носилась... Да я не знаю, поел кто-то. Ты бы видел, как я носилась туда-сюда только ради того, чтобы накрыть этот стол. Ну, ты шикарно. Твоему будущему мужу очень сильно повезло, Натаха. Жалко, что его среди нас нет. Жалко, что его нет среди нас. В запое. Да, жалко. Не, я говорю, как жалко, что его нет среди нас, да? Да, Хрейд, как хорошо, что его среди нас нет. Как хорошо. Ну, может появиться, да, Хрейд? Повезло этому мужику. Он же может прямо сейчас стать будущим мужем. Да, если он признается прямо сейчас. Такой самый подходящий момент, конечно. Лучшего момента не будет. Семья вся вокруг. Семья, да. Да, вся семья. Да, все самые важные люди. Да, возможно, самый близкий человек в твоей жизни вот прям рядом с тобой, да. Может быть, даже не, кольцо рядом где-то было бы. Не, моя мама сейчас не дома. Да ты что мне с ним делать? А мне с ним жить? Я бы на его месте уже признался. О, мы часть семьи забыли. Семья! А ты где была? Семья! Я-то думал опять, который сидели без регулятора. Дочь, садись к нам за стол. Садись, семья, мы еще не все съели, ты успела. Мама, на коленке можно. Так, я хочу, чтобы какие-то артеры нарисовали вот этот вот момент со стрима. Ну, Натахе я не обращаюсь, она уже давно не артерша. Ну, не, чуть-чуть. Чтобы я у Саши на коленках была. Да, ну не надо, чтобы Натаха был. Ударь меня, Хирейд. Жестко, жестко. Я не могу. Давай, я ударю. Давай. Хорошо. Давай. Жестко ударь. Насколько жестко? Ну мечом прям, чем-то самым, ну кроме... Нет, не луком. Да. Не луком. Погоди, стой, есть идея. Я всю жизнь мечтал так сделать. Затентакли его, давай. Все, спасибо, все. Извини, я всю жизнь так мечтал сделать. Да, ничего. Так, и теперь съем. Что? Это вообще самое лучшее место. Натах, подойди, пожалуйста, сюда ко мне. Так. Это самое лучшее, что можно было сделать. Что? Вот. А. Это же колено! Все обломалось. Я думал, тут на одно колено встать можно. А, тут есть! Хрей! Ну раз ты этого Хрей. Не делаешь, это сделаю я! Ой-о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 й-
Ну, главное, ребята, все запомните одну главную мудрость. Никогда себя не накручивайте. Все у вас в жизни будет хорошо. Не отпускайте жениха за хлебом. Да, и никогда не накручивайте себя. И не теряйте голову. Потому что, ну, терять голову, ну как так можно вообще? Ну вот. Да. А вы, Кирейд, за Хуханка Блеба? За Хуханка Блеба не было. Да Жулик Мэй же сюда не может прийти? Может. Хрей, стой, ну подожди, ну ты не сможешь убежать от этого. Ну хватит уже. Все, расходимся по домам, давай. Было приятно с вами сегодня провести время, я спать. Да, все, семья. Семья.